Из-за блокады поставок угля с Донбасса Приднепровская и Трипольская теплоэлектростанции вынуждены были сегодня прекратить работу. Такое решение приняли, чтобы сэкономить антрацит. На Трипольской станции говорят, всю неделю работает только один блок. На Приднепровской сейчас осталось около 30 тысяч тонн угля. Это минимальный необходимый запас. Если возникнет нештатная ситуация, обе ТЭС сразу включатся в работу, заявили в Министерстве энергетики. С завтрашнего дня приостановит свою работу и Змеевская теплоэлектростанция. Но из-за остановки станций отключения электроэнергии не будет, уверяют в министерстве.